Всем привет, продолжаем проходить игру Crossout Launcher. Так. Тест-драйв. Опробуй бронемобиль на полигоне, прежде чем вступать в настоящий бой. Здесь мы можем пострелять по неподвижным мишеням или сразиться с беспилотными противниками. Мячик можно потолкать. Понятно. Выиграй один бой в миссиях. Так. Много всего закрыто. Так, выиграть один бой в миссиях. Погнали. Так, мы слева здесь вот. Мы синие, нам мы здесь. Как лучше пробраться? Сегодня будет жарко. Попробуем с толпой. Попробуем толпой сейчас. Еще один минус один. Все, ему капец. Еще один. Отлично. Противник бежит. Отличная работа. Так, гараж. Новый уровень, третий. Так, это типа все, что я могу установить. Детали для тачки. С победой, новичок. Ты сделал первые шаги на пути к успеху. Я чувствую, что в тебе есть все, чтобы стать легендарным среди выживших.
Так, что-то мне дали. Функции. Ага, вот здесь вот. Чертежи деталей, да? Выбери деталь из списка ниже и нажми произвести. Следишь, чтобы хватало ресурсов и станок был арендован. Домкраты. Так, это типа... А, у меня 273 ресурса металлолома. А цена у них вот 20-75. О, обрез. Кабина. Так. Так, а дальше что делать с ней? Так. Сохранение чертежей. Номер один. Так, первое. Хера тут. Нажми кнопку собрать, чтобы загрузить выбранный фракционный чертеж. Не забудь сохранить свой текущий бронемобиль. Я его сохранил. Повышай свой уровень репутации механиков и откроешь доступ к новым пушкам, кабинам, деталям и даже миссиям. Ты только покажи чертеж нашим механикам, они мигом сделают. Главное, чтобы все нужные детали на складе были. Попробуй собрать гадюку. Так. Так, эта тачка типа стреляет недалеко, да? А, уничтожить или помоги уничтожить врага в миссиях, используя дробовик, да? Погнали. Он в ближнем бою, я так понял, хорош, этот дробовик. Это
Эх, как его заносит, конечно. Вижу противника, осторожно! Отлично. Так. Нигде не вижу, вон он. Отойди отсюда, есть. Еще двое. Вон они. Машина противника обездвижена. Отлично. Вон он. Выиграй 2 боя в миссиях. Так, а здесь что такое? Выживший, время отправиться в кровавые скалы. Навстречу приключениям. Когда ветер стихает, там будет совсем иная жизнь. По новым правилам, с новыми наградами. Пройди по усыпанным гильзам пути, чтобы вспомнить начало своей истории в мире Crossout. Так, давай сначала здесь. Мне 2 боя надо выиграть. А, блин. Ну ладно, хотел улучшения какие-то сделать. Оружие к бою. Первый одного. Я без колес, двинуться не могу. Отлично. Вон еще одна. Где он? Он по эту территорию захвачивает.
Так, пока никто не едет. Ага, братишки, я один остался, бля. Ну все, победа. Молодцы, ребята, теперь это наша база. В миссиях так я выиграл. Так, подожди. Че, можно что-нибудь установить? Нет, ничего нельзя. Ага. Все, два пулемета, да? Еще один можешь поставить. Так, здесь больше пока нет ничего, да? Давай еще один, третий. Так, ладно. Так я не понял, выиграй два... А, вот один выиграл, второй еще остался сейчас. Так, гараж. Только две пушки можно установить. Дам краты, что тем самым можно поставить свою машину на колеса самостоятельно без помощи союзников. Так, я не понял, я улучшение-то делаю или не делаю? Наверное, делаю. Так, а еще что там? Так, а колеса, колеса, колеса? Мощность кабины. Так, ладно. Погнали. Вот они.
Ех ты, сейчас будем его валить, значит. Так. Чувак, ты его просто порвал! Отлично. У нас потери, парни. У нас территорию, что ли, захватывают? Да. Ё-моё, быстрее гони на базу. Или я глюканул, или у нас реально территорию захватывают. Так, задание, погнали. Бой один надо выиграть. Алло, парни! Собрал машину, ща испытаем. Так, на рожон первым не лезть. Вижу противника. Ай-яй, он меня... Сам уничтожен, потеряли колес, часть колес, продолжай бой или взорви свою машину. Я бэкспейс нажал, пробел. Взорвал свою машину, блин, надо было это. Так, мы проигрываем. Настроя и... А, о, сравнялся счет. Фига, у него какая мощная пушка. У нас потери, парни.
А, он просто раном бьет, у него эти установлены. Вы чё, гасите его давайте. А, их двое? А, нет. Нас двое. А вот теперь они один на один с тараном. Ничья. Так. Вот это вот мне задание надо выполнить. Вперед! За мной! За мной! Так, попробуем базу их не захватить. Нет, не получится, он здесь все отмечен на карте. Этот таран вообще ездит за мной. Эх ты, нифига себе. Какая-то тяжелая техника какая-то. Ай, таран, блин, вот все, зараза. А, рулить я не смогу. Блин, зараз, на одном колесе, охренеть. Давай, давай, давай. Есть. Так, времени нет, ищем последнего. Противник лег на брюхо. А, вот здесь надо захватить было базу, как раз, вот все, я на ней. Вот здесь надо находиться. Я тебе уже почти доверяю, новичок, поэтому слушай сюда. Уже в 2027, когда это все началось, стало ясно, что человечество делится на тех, кто пытается поддержать хоть как-то какой-то порядок. И отбросов, мы зовем их рейдерами. Прошлые тыры-пыры.